16 января 2023 год. Пришел на почту, на городскую. Получил небольшую посылочку с Алиэкспресс. Вот покажу. А сейчас вышел на площадь. Немножко прогуляться, подышать воздухом. Хоть и морозно немножко, где-то 20. Утром было плюс 32. Ой, минус 32, извините. Заговорился уже совсем. А вот сейчас на площади прямо солнышко светит. И очень-очень хорошо. Площадь убрана. Видно, утром рано убирали. Тракторочек ездил, похоже. Народ весь на работе. Ну, а мы прогуливаемся. Дышим свежим воздухом. Пока есть такая, как говорится, возможность. В ближайшие дни в городе Спасске также ожидаются сильные заморозки, сильный мороз. От этого никуда не денешься. Впереди крещение. Так, и будут крещенские морозы. А потом будем ждать китайских, пока пройдут. А потом, как говорят, цыган снимет шубу, и морозы уйдут. Вот таким вот образом. Наша елочка, еще раз показываю, пока стоит, не разбирают. Ледяной городок, как говорится, весь целенький после праздников. Прямо великолепно. Вот здесь написано у нас. Кто хочет, может остановить запись, прочитать. Ну, вот таким вот образом у нас в городе хорошая погода. Хоть и морозно. Двигаемся домой. Сегодня мы без машины, прогуливаемся пешком. Как говорится, нужно гулять. Беречь свое здоровье. Посмотрите, сколько голубей летает. Итак, друзья мои, мы пришли с почты, прогулялись по городу. Ну и вот наша посылочка. Я хочу ее распечатать и посмотреть. Долгожданная моя посылочка. Вы не представляете. До смешного. Выписано был товар еще в ноябре месяце. Пришел в Россию с Китая. Алиэкспресс, кстати, посылка. Пришел с Китая товар. 5 декабря в Россию. И с 5 декабря по 16 января она доставлялась к нам в город Спасск Дальний. Но это уже, конечно, по-моему, никуда не годится для работы почты. Просто ужасно. Столько ждать, что выписывал я 2 чехла на телефоны. И один уже телефон даже сломался. Так что чехол уже и не понадобится. Вот таким вот образом. Сейчас мы, конечно, разберем, посмотрим. Ну, все-таки очень-очень долго. Просто я думал, что придет с ноября хотя бы к Новому году, а оказалось, что она пришла аж 16 января. Ну, давайте распечатаем, раскроем, посмотрим. Все-таки что нам пришло, вот то или нет. Давайте разрежем посылочку. На Алиэкспресс не выписывал уже, наверное, года два. С Алиэкспресс ничего не выписывал. После всех ковидов, всех санкций. Ну вот, открыли. Давайте посмотрим. Ну да, походу два чехла. Давайте будем открывать. Сейчас мы посмотрим.
Самое главное, мне нужен вот этот большой чехол на Samsung A32 для моей жены. Ну да, чехол соответствует, все вижу сразу, так и есть, все хорошо. Ну, надеюсь, утром придет, когда моя жена, мы поставим на телефончик. А этот телефончик у нас сломался. Ну как сломался? Батарея вышла из строя, нужно просто купить батарейку, поменять. И внучки, ну тоже. Тоже то, что я выписывал, то и пришло. Да, что внучки хотел, то и пришло. Ну нужно теперь батарею еще купить. Никак не доберусь в Уссурийск, чтобы купить батарейку, поменять на телефончик и поставить. Так красивый, конечно, чехольчик. Внучка меня просила тоже на айфончик ей. Ну вот, силиконовый, хороший, с рисуночком. Ну все. Надеюсь, что мы скоро еще купим батарейку и поменяем ей. Пока она ходит с другим телефоном. Ну ничего. В общем, вот так вот, друзья мои. Всем спасибо за то, что вы посмотрели со мной вот этот обзорчик небольшой площади. Распаковку посылочки. Посылочка, конечно, я доволен, что все пришло, все соответствует. Но обидно, что пришлось ждать практически около 3 месяцев. Это очень-очень долго. Оно не стоит того, чтобы столько ждать. Ну, еще раз всем огромное спасибо. Кто не подписывался, подпишитесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Всем буду благодарен. До свидания, друзья мои. До скорых встреч.